Значит, пока Ярополк рулит. Летний лагерь. В следующем году сделаем обязательно две смены. Товарищи спортсмены и родители Кула. Вот все началось. Дорогие друзья, Ярополк сейчас находится в лагере. Я осматривал номера детей и наткнулся на безумно грязный, вонючий номер. Это Пахомов и Хрущев. Надеюсь, родители их видят. Поэтому это вот чисто мое изобретение. Покажи это слово. Вот они сейчас придут. Вот они сейчас придут. И вы увидите реакцию детей, которые помогали мне это сделать. Потому что они тоже особенно согласны. Безумный запах, отвратительный порядок. Отвратительный беспорядок. Не буду показывать, ну, чтобы полностью не позориться. Но это пример каждому. С одной стороны, это смешно. Ну что ж, дорогие друзья, Пахомов и Хрущев убрали в своей комнате. А после этой истории я обязательно выложу фотографию, как они сфоткались напротив своего позора. Пойдемте посмотрим, как они убрались. И действительно, запаха вообще нет. Я не выкладывал, потому что было все плохо. Как все сложно, смотрим. Ирина Хрущева. Вот, вот ваши воспитанники сидят. Точнее, это наши воспитанники. Как все у них замечательно. Палка-то волшебная, дай это себе знать. Как все замечательно. Чистота, чисто. Ярокол, да, Никита? Да. Да? Нравится? Да. Самому нравится? Да. Тебе нравится здесь? Да. Почему? Потому что тут чисто. Да ты что? Дорогие друзья, приходите в Ярополк.